Тематика киберпанка, короче. Здорово, Ютуб. С вами Арти. Это отдельное видео, взятое не со стрима, естественно. Где мы будем смотреть новый боевой пропуск, который уже можно посмотреть на ПТС. Слили, конечно, они. Вот не люблю за это ПТС, поэтому и не захожу. Но мы в любом случае его посмотрим. Most Wanted Battle Pass. Видимо, в стиле киберпанка все-таки. А называется он... Рассвет Вавилона? Да не, я шучу. Рассвет Вавилона мы будем потом смотреть. Не со стрима, конечно. Не со стрима... Ладно, боевой пропуск Дикий Запад. Собственно, что мы имеем? Что мы имеем? Взломщик сейфов, эксклюзивный. Вот это что? А, премиальная награда первого уровня. Вот такая вот каля. Но это понятно, что в стиле киберпанка. Естественно, мы это все увидим, да? Злой гений, облик Наймаю. Очень похож на персонажа из Паладинс. Я и правда не помню, как ее зовут, если честно. Каля хорошая, да. Собственно, вот такая вот Пеле. Грабитель. То есть, как обычно, в боевом пропуске мы увидим 4 эксклюзивных скина. Да, Инари. Увидим 4 эксклюзивных скина. Блин, ну Афродита прикольная. Ну, короче, это киберпанк. Я не знаю, они немножко, конечно, опоздали к киберпанку, но в любом случае. В смысле, Ямая. Эксклюзивный облик Ямая. В смысле, не Ямая. Ямая. Погнали, посмотрим, что нас ждет в этом боевом пропуске. Кстати, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. У меня все ролики вот подобного плана по Battle Pass набирают пипец сколько просмотров. Они все набирают больше 5000, ну, по крайней мере, последние. Правда, там были Аватар, Черепашки-ниндзя. Это тоже будет забавно, на самом деле, потому что это реально... Ну, это видно, по оформлению видно, что это боевой пропуск в стиле киберпанка. Блин, я так ролик и назову. Все, погнали смотреть. Ну, короче, при покупке мы получим кали. Прикольно. Дальше нас что интересует? Мы быстро обозреем, видео будет, как всегда, короткое. Мы будем видеть кучу батлпассов опять. Очки зрителя окейно. Гемасики по 30. Ну, собственно, 4 эксклюзивных скина, на самом деле. Остальное нас интересует только аватары. Злой гений. Лё, это прям меня прям. Музычка, кстати, соответствующая играет. Только сейчас заметил. Ладно, давайте дальше. На 11 уровне что у нас? Боевые пропуски, очки, сундуки. Это что? Взломщик сейвов, набор комментатора. Прикольно. Набор комментатора прикольно. Если музыкальная тема будет по киберпанку, это будет очень кайфно. Голосовые наборы усилили. А вот здесь две награды, видимо, еще не добавили. То есть этого мы не увидим. 10 левел не показал. В смысле... А, вот, да, я пропустил. Сорямба. Загрузочная рамка. Естественно, в стиле киберпанка. Выглядит ничего. Выглядит ничего. Окей. Промежуточные от 10 до 20 ничего интересного не несут, кроме набора комментатора. Взломщик сейвов. Интересно послушать. Погнали. 20 уровень. Что это такое? Глобальная эмоция. Плохие девчонки. Ну, такое себе. И, естественно, скинчик, который мы уже посмотрели на Ямаю. Очень забавно. Очень забавно. Ну, мне нравится. Мне этот стиль нравится. Типа, прикольно. Знак арте на рамке. Но это у меня был когда-то, да, похожий. Погнали. С 20 по 30. Что еще? Гемы, пропуски, усилители, сундуки. Опа. Экран загрузки. Экран загрузки красивый. Мне нравится, мне нравится. Дальше опять усилители, очки зрителей, гемы. 30 левел. 30 левел. Взломщик сейвов аватар. Ну такой себе. Подожди, а тот аватар. Очень похоже, нет? Злой гений. Ну короче, каждому скину будет еще по аватарке. Видимо, они взяли эту тенденцию, теперь так всегда будет. Облик возвращения. Бомба кролик. Ну, выглядит ничего, выглядит ничего. Кстати, на, судя по ПТСу, 74 дня нам дастся на этот Battle Pass. Ну, в принципе, забавно. Погнали дальше. С 30 по 40. Куча сундуков опять. Премиальные, премиальные награды. Ну, то есть, тоже можно будет скинчики выбить. Так, есть музыкальная тема в розыске. Как ее послушать? Угу. Ладно, это мы потом посмотрим. Есть голосовые наборы. Опять куча зрителей, усилители. Погнали. Облик Варда. Граната кролик. Какой-то странный. Вроде прикольно, вроде граната кролик. У кого граната кролик? Вот по-любому есть где-нибудь в паладинах или еще где-нибудь граната кролик. Ну ладно, выглядит ничешно. Куколка. Куколка метка смерти. Ну такая себе. С 40 по 50. Что мы видим? Опять куча усилителей, куча всего. Опа, экран загрузки. Ну, предыдущий мне больше понравился, если честно. Пелень не такая прикольная. Афродита не такая прикольная. Да, так, куча-куча опять всего. 50 уровень.
Эксклюзивный облик Пиле. Вот Пиле забавная, прикольная. Но все в стиле киберпанка, абсолютно все. Все неоновое, все забавное. Бомба кролик, облик повышения уровня. Ну ничегошный такой. Так, и последний получается с 50 по 60 уровень. Что мы имеем? Опять куча усилителей из сундуков, гемы. Отметка прыжка. Вот это прикольно в розыске. Вот это прикольно. Не цветочки бы. Не цветочки бы, а так было бы забавно. Так, 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 так. И на финальное. Финальная награда у нас Мастер Вор. Звание Мастер Вор. Вот картинка прикольная. Картинка вот к званию же никак не относится, правильно? Ее же никто не видит. Ну такое себе. И финальная награда Афродита. Ну странно, что Афродита финальная награда будет, конечно. А, ну вот у нее, видите, кролики везде повсюду. То есть все это к ней относится. Все прыжки, все вот эти вот. Ну, прикольно, ну ничего. Да, премиальных уровней не будет. То есть он будет чисто 60 уровней, которые мы изи выфармим. Скин на Пиле, да, он будет бесплатный на 50 уровне даваться. То есть боевой пропуск не обязательно покупать, чтобы его получить. Но как бы, чтобы получить остальные три скина, нужно будет по-любому его купить. Плюс нету, как обычно, заметьте, прошу заметить, нет, как обычно, реколора какого-нибудь старого скина. Или, а, подожди, вот это и есть реколор же, поэтому он бесплатный, все. Я этот скин пропустил мимо ушей, так сказать. Потому что, слушай, ну реколор круче выглядит. Реколор круче выглядит, чем тот скин. Ну забавно. Ну короче, вот такой вот маленький боевой пропуск по сравнению с черепашками-ниндзя. Здесь на 60 уровней меньше. В целом прикольный. Финальная награда такая себе. Афродита мне не понравилась. Мне понравилась Кали. Вот Кали классная. Вот Кали прям вот в стиле киберпанк. В целом норм. Как обычно квесты, как обычно правила. Даже истории нету, кстати. В прошлых была история. Ну, в общем, забавный боевой пропуск. Короче, эта запись, естественно, улетит на YouTube. Я надеюсь, вы ее посмотрите. Кто не успел посмотреть, поставите лайкусики, поставите комментарии и купите обязательно геймы по моей реферальной ссылке. Нормальный. Одиссеи нету? Нет, одиссеевских сундуков нету. Историю могут и дописать, да. Историю могут и дописать. В целом норм.